Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Ігор Дятлов, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції партії «Опозиційний блок». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Ігор Сергійович, тема важна і актуальна. В четвер состоялась очередная сессия Николаевского городского совета. Рассмотрен ряд важных вопросов. Один из них – подомовые тарифы. Собственно, новый подомовой тариф, то есть тариф на обслуживание многоквартирных домов и придомовых территорий, проголосован исполкомом Николаевского городского совета в середине января, вызвал достаточно живую такую оживленную дискуссию. Вчера он отменен. Почему? Ну, во-первых, Виталий Валерьевич, я думаю, что нам нужно посмотреть вот на ту ситуацию, которая сложилась с тарифом. И то, какие бурные, скажем так, обсуждения это вызвало, каким образом это отразилось на ситуации в городе. С одной стороны, то, что очень бурно обсуждался тариф, я считаю, что это, ну, это во-первых, очень радует, а во-вторых, это фактически такие первые признаки зарождения такого гражданского общества. С другой стороны, мы увидели, что подготовка самого вопроса поднятия тарифа, подготовка исполкома, как обычно, это вызвало большое негодование как и среди депутатского корпуса, так и общественности и горожан. Поэтому вопрос вот того тарифа, который был предложен и фактически по настоянию чиновников должен был вступить именно с 1 февраля, его можно назвать, что он был незаконным, его можно было назвать, что он был выписан в неправильный способ, принят был неправильно. И все это привело к одному единому решению. Вчера на сессии единогласно, я подчеркиваю, единогласно, и даже мэр города признал ошибки своих подчиненных, и мы проголосовали за отмену этого тарифа. Подчеркиваю, за отмену тарифа, который был принят в неправильный способ. Конечно, мы прекрасно понимаем, что были подняты минимальные заработные платы. Мы понимаем, что с 1 марта будет вопрос с электроэнергией, она очередной раз поднимается, там, по-моему, на 25%. И тариф 2009 года, он не может быть актуальным и константным. Но при этом мы не хотим, чтобы спекулировали на простых рабочих, на простых работниках, на слесаре, да, там, дворники. Те люди, которые непосредственно работают фактически за гроши. И вот так вот это было такое спекулирование, что только из-за того, что поднялась минималка, должен был быть поднят тариф. Это неправда, это откровенная ложь. В этом тарифе не учтена минимальная заработная плата 3200 для этой категории рабочих. Это вранье. Хорошо, что дальше теперь? Я почему спрашиваю, что дальше? Потому что, в принципе, ну вот эту дискуссию мы наблюдали там в течение какого-то промежутка времени, но уже как бы предполагалось, что вот сессия не отменила, дискуссия продолжается, а платить николаевцы по новому поднятому тарифу будут с 1 февраля. Теперь, очевидно, нет. Как теперь? Спасибо за вопрос. Смотрите, Виталий Владимирович, почему сессия не отменила, ну вот там, 17 января? Во-первых, нельзя было устраивать, скажем так, конфронтацию, необоснованный пиар на такой серьезной проблеме, как тарифы. Нужно было достаточно конструктивно, более взвешенно именно подойти в вопрос формирования. Для того, чтобы те люди, которые непосредственно занимались формированием этого тарифа, они поняли, что второй раз такую ошибку, ну, нельзя допускать. Человек должен понимать, за что он платит. Мы готовы платить за тариф? Готовы. Мы готовы оплачивать те блага, которые должны получать? Готовы. Так скажите, о каких благах идет речь? Почему в тарифе присутствует, ну, к примеру, да, там, текущий ремонт? Почему в тарифе присутствует там прочистка венканалов? Почему придомовая территория увеличилась в разы? Почему некоторые пункты тарифа увеличились несколько раз, а то и в 5 раз? Это же огромные вопросы, на которые чиновники, пряча глаза, ну как бы не дают абсолютно никаких ответов.
Я могу сказать, как бы наше общее мнение, это то, что тариф фактически был выписан, так скажем, с головы, подведены цифры. И, к сожалению, если бы тариф не был отменен и пересмотрен, выиграли бы, я могу сказать, кто выиграл бы. Выиграл бы как раз административный, скажем так, аппарат ЖЭКов, тех компаний, которые оказывают услуги, потому что их уровень их заработных плат и так велик, не менее там 80 тысяч гривен. А с помощью принятия нового тарифа уровень заработных плат вырос бы примерно в 1,5-2 раза. А то, что касается, еще раз подчеркиваю, людей, которые непосредственно оказывают услуги, я считаю, что они должны получать достойную заработную плату. Если государство определило, что это должно быть минимально 3200, значит в тарифе должно быть 3200. И вот один из членов исполкома, Владимир Владимирович Тимошин, он как раз подошел очень правильно и взвешенно. Не начал там рассказывать, почему это можно, а почему это нельзя. На примере исключительно своего дома он проанализировал все цифры и увидел, что даже если привести в норму уровень как раз заработной платы работников ЖЭКа, подчеркиваю, не аппарата, а именно работников ЖЭКа, чтобы они платили из расчета 3200. Чтобы им платили. Им платили, да. Из расчета 3200 заработная плата, а не 1000-1100, как они сегодня получают. Но если из тарифа поубирать все то, что, ну скажем так, никогда не делалось и, скорее всего, не будет делаться, то тот тариф, который был поднят 16 января, может быть уменьшен минимум на 20-25%. Фактически это то, о чем говорила наша политическая сила, оппозиционный блок. Мы в тот же день приняли обращение и сказали о том, что сам по себе тариф принят незаконно, при этом те расчеты, которые производились, они не актуальны, некорректны, а фактически вызвали достаточно серьезную бурю обсуждения как внутри ЖЭКов, так и людей, которые должны получать эти услуги. Теперь мы все-таки не платим по новому тарифу с 1 февраля. А как, ну, то есть там же сроки какие-то определены решением сессии городского совета. Что дальше теперь должно происходить? Исполнители некорректно просчитали. Возможно, допускаем, что предполагали, что и так сойдет. Пройдет. Да. Не прошло. Не прошло. Что теперь? При этом признали свою ошибку. И я подчеркиваю, что мэр города на сессии тоже признал, что то формирование тарифа, которое было, оно было некорректным, неправильным, и проголосовал за то, что этот тариф нужно отменить. Что дальше? А дальше нужно сделать то, что должны были сделать, скажем так, при вынесении вопроса нового тарифа. Первое. Нужно посмотреть, что наработала рабочая группа в составе депутатов всех фракций. Второе. Выкинуть из тарифа те услуги, которые никогда не оказывались и оказываться не будут. Вот их нужно выкинуть, и в тарифе их не должно быть. Если тот или иной дом, те или иные жильцы захотят получить дополнительную услугу, ну вот, к примеру, там прочистка вентканала, они соберут деньги и заплатят за нее. Или же провести текущий ремонт. Правильно? Если же ЖЭК эти услуги не оказывает, почему люди должны за это платить? Давайте вот просто зададим себе вопрос, почему мы за это должны платить? Кого мы должны оплачивать? Заработную плату директора ЖЭКа, его, скажем так, кабинеты, его обслуживающий персонал, его секретарей, бухгалтеров и так далее, я не вижу смысла. Ну и опять же, в условиях падения экономики, в условиях того, что люди сегодня получают платежки, и они просто не знают, что с этим делать. Да? То есть сегодня мы видим четко тенденция по всей Украине не платежи. Люди перестали платить. Я задавал вопросы как раз непосредственно работникам ЖКХ, департамента ЖКХ, от того, что вы поднимете тариф, а люди будут платить или нет? Вы вообще понимаете уровень того, что человек, ну, у него нет денег? Найдите механизмы такие, чтобы люди, которые оказывают услугу, получали заработную плату, но при этом те люди, которые получают услугу, имели возможность ее оплатить.
Я так понимаю, из того, что вы говорите, из того, что вчера прозвучало, что ну, все равно в какой-то обозримой перспективе исполком городского совета опять вернется к этому вопросу. Очевидно, в том числе и депутатскому корпусу необходимо будет контролировать те решения, которые теперь опять же по поводу этого тарифа будут приниматься. Виталий Валерьевич, вопрос в том, что если вопрос, в том числе вопрос, касающийся тарифа, будет исполкомом подготовлен в такой же способ, то, скорее всего, и члены исполкома побоятся уже просто так голословно голосовать. Да? Точно так же и депутаты городского совета будут, опять же, принципиально в своей позиции. С другой стороны, если же члены работники исполкома, чиновники, прислушались уже к мнению всех, подчеркиваю, всех, если эти чиновники поняли, что уже больше так не пройдет, значит, соответственно, должны просто объяснить, почему такой тариф. Если им удастся это сделать в течение следующей недели, значит, тогда для всех будет понятно, почему такое решение. Если же им не удастся объяснить, почему нужно столько платить и каким образом формировался тариф, то тогда, скорее всего, эта эпопея может затянуться. Я обратился и на сессии городского совета. Еще раз хочу объяснить свою позицию нашим горожанам и сказать, смотрите, ну мы же должны понимать, вот мы достаем как бы из своего семейного бюджета каждый месяц и оплачиваем определенные свои личные средства за тариф. Мы должны понимать, за что мы платим. И почему кто-то за нас решил, что уровень заработной платы работников высшего, скажем так, звена ЖЭКов должна быть, ну скажем так, не выше даже средней городской, да, а такой максимально высокой. Почему они зарабатывают, ну, получают порядка 15-18 тысяч гривен заработной платы, это же не один человек. Там же есть замы, есть бухгалтера. Когда мне принесли бумагу, где я увидел, что в структуре одного из ЖКП есть служба безопасности, ну то есть телохранители, и это оплачивают кто? Это в тарифе, очевидно. В тарифе, это же люди оплачивают. Ну, мы не можем согласиться на это. И мы будем всегда занимать четкую и жесткую позицию, ни в коем случае. Сегодня нужно экономить. Это же понятно всем. Нам нужно научиться экономить. Ну, в данном случае экономия должна быть не на простых рабочих. Эти люди как раз и должны получать хотя бы минимально те деньги, которые им государство гарантировало через закон. А вот те, кто сидят в теплых кабинетах, те, кто никогда, грубо говоря, не приходили в те дома за услуги, которые получают деньги, чем они выше и чем они больше заслужили благодарности от наших горожан, чтобы получать в десятки раз больше. Я подчеркиваю, в десятки раз, не в два, не в три раза. Еще одна тема, которая, собственно, актуализировалась до сессии и получила продолжение на сессии. Утверждение положений об исполнительных органах власти. Наблюдали такую горячую достаточно дискуссию в течение какого-то времени на комиссиях городского совета. В результате решение не прошло. В чем принципиальность вопроса? А все очень просто. Я почему об этом еще спрашиваю? Потому что когда мы говорим о тарифе по домовому на обслуживание домов придомовых территорий, это как бы касается всех, и мы это как бы понимаем. В чем принципиальность этого вопроса, собственно, для громады, для николаевцев? Ну, я же говорю, давайте просто попробуем определить, что такое положение. Ну, да, для чего оно существует. Это некий внутренний документ, который там прописывает, грубо там, права и обязанности работников тех или иных управлений. Точка. Всегда это был технический вопрос. Никогда он особо там не вызывал каких-то там бурных дискуссий, не говоря уже о том, чтобы кто-то там не принимал этот вопрос. Поэтому, с одной стороны, это технический вопрос, но вот с другой стороны, если вот посмотреть, почему депутаты не приняли это решение, ответ прост. И касается как подготовки решения исполкома, как подготовки решения сессии, так и конкретно этого вопроса. К сожалению, уровень подготовки вопроса ниже плинтуса, крайне плохой. Невозможно работать с документами и невозможно работать с подчиненными мэра города Николаева, которые могут себе позволить не прийти на профильную комиссию, хотя бы представить свое положение.
И возникает вопрос, а как же можно проголосовать за те или иные права и обязанности чиновника или там, члена исполкома, если, ну, исполнительной власти, если он даже не пришел на профильную комиссию и депутатам, которые фактически наделены законом контрольной функцией и должны контролировать его работу, не может объяснить, что конкретно он в положение вписал? Ну, тут же эта дискуссия, еще раз повторюсь, она продолжалась в течение какого-то времени. На комиссиях мы ее наблюдали, коллеги комментировали. И вот в комментариях мы слышали, например, нет, ну вы смотрите, чего хотят депутаты. Они хотят, чтобы даже уже не сессии были подотчетны чиновники, а комиссиям отдельным. Но такого же не было никогда. Якобы депутаты перетягивают власть, полномочия на себя. Вот приблизительно такая мысль была вброшена, как минимум, в социальные сети. Ну, опять же, депутат не может перенять полномочия чиновника. Для этого нужно почитать закон. С одной стороны, закон о местном самоуправлении. С другой стороны, посмотреть, что законом прописано для исполнительной власти. Не может депутат каким-то положением перенять функции чиновника. Это от незнания. Просто вот те люди, которые об этом говорят, это от незнания законов. Они их просто не читали. С другой стороны, я понимаю депутатов городского совета, которые, ну, следующее говорят, да, ну вот посмотрите, чиновники в своих положениях пытаются забрать нашу контрольную функцию. То есть практически ни в одном положении вообще не прописана роль постоянной депутатской комиссии. Если тогда нету ее роли контрольной, так зачем тогда мы их создавали? Для чего они? Если у нас в течение... Я прошу прощения, они готовят проекты решений на сессию. Правильно. На сессию. Обсуждают вопросы профильные. Готовят проекты решения на сессию, и чиновник, придя на профильную комиссию, ну, по идее, да, он может рассчитывать на поддержку профильной комиссии, которая в сессионном зале... Либо, извините, на оплеуху. Либо на оплеуху, но тогда не нужно выходить на сессию. Он четко понимает, где его ошибки. И у него есть время исправить. Как пример могу вам привести. Я взял статистику и посмотрел. За фактически там, 15-16 месяцев работы новой власти, новых депутатов, новых комиссий, было принято порядка 1700 рекомендаций комиссии. Я подчеркиваю, это рекомендации. Рекомендации комиссии, они обязательны к рассмотрению тех чиновников, кому их адресовали. К рассмотрению. При этом чиновник может согласиться, может не согласиться. Но это же его право. Это, скажем так, его понимание вопроса. Но реакция должна быть. Он должен сказать, я по этой рекомендации отработал ее и это выполнил. А по этой рекомендации отработал, выполнить не могу, не соответствую закону. Так должно быть. Тогда будет порядок. Я могу вам сказать, что из 1700 рекомендаций только половина можно с натяжкой сказать, что они отработаны. Остальная половина фактически выброшена в мусорный ящик. Весь прошлый год мы наблюдали такую достаточно сложные такие отношения между депутатским корпусом и исполнительной властью. Мы сейчас слышали такие комментарии, что это вредит громаде. Это все на пользу не идет, вот это вот выяснение отношений. И вот мы, собственно, в новом году опять входим в эту же коллизию? Или это такой, собственно, эпизод, и работа будет нормально продолжаться? Я думаю, что... Честно говоря, я встретился с мэром города Николаева, с Александром Федоровичем Сенкевичем, и я ему сказал о том, что у меня складывается впечатление, что какие-то определенные твои подчиненные, готовя важные проекты решений для действующего городского головы, фактически подставляют. То есть делают все для того, чтобы мэр города выглядел некомпетентным, мэр города выглядел человеком, у которого, ну, абсолютно нет никакой команды, мэр города, у которого, к глубокому сожалению, вообще, ну вот, нет понимания того, какие вопросы выносятся. И я ему это честно и в глаза сказал, и говорю, нужно разобраться в тех людях, я же не знаю, кто конкретно готовит эти решения. Это твоя парафия, разберись и посмотри. Еще раз хочу сказать, давайте по положениям, потому что уверен, что нашим зрителям не совсем, ну, понятно, да, суть этого вопроса. Ну еще да, раз, может быть, подводя некую черту. Техническая работа, там, взаимодействие депутатов и чиновников. Я не вижу проблемы по положениям.
Положения будут приняты, надеюсь, там на следующую неделю у нас, по-моему, есть земельная сессия, и мы их примем. Но сессия должна быть подготовлена, вопросы должны быть подготовлены, и если есть рекомендации комиссии, на не должна быть реакция. Мэр не должен на сессии говорить, вот вы там наговорили, депутаты, это все ересь. Вот и он единственный решает, что это вот неправильно. Я просил его, дай слово начальнику департамента юридического отдела. Этот человек получает заработную плату за то, что говорит, это законное решение, а это решение незаконное. К сожалению, слово он так и не дал начальнику департамента, который визировал эти решения. Возможно, он ее спас, не знаю, там, от какой-то дискуссии с депутатским корпусом. Ну, Виталий Валерьевич, я думаю, что положения будут приняты. Самое главное, это потом другое, это чтобы эти положения, те, ну, для кого мы их будем принимать, чиновники, чтобы они их выполняли. Практика прошлого года как раз и показывает, что они эти положения не выполняли. Проголосованное решение, вот почему-то у меня есть внутреннее убеждение, что если решение будет проголосовано, то депутаты теперь потребуют, добьются, чтобы оно выполнялось. Вот, скажем, и дискуссия, которая предшествовала сессии, ну, она показывает, что ну, есть настроение. Да, все хотят работать. И все хотят, чтобы были правила. Обращение городского совета к нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. По поводу шестикратного повышения тарифа на подключение к электросетям. Ну, в принципе, как так сказать. Вот у меня, как у рядового украинца, ну, действительно, такое впечатление от этого решения. С вашей точки зрения, будет ли реакция? Ну, я допускаю, что не один только Николаевский городской совет апеллирует к чиновникам в Киеве, что, ребята, что же вы делаете? Вы убиваете инвестора, желающего, может быть, прийти в том числе в Украину вообще, ну, в Николаев в частности. С вашей точки зрения, будет ли реакция какая-то? Ну, смотрите, с одной стороны, все время повышаются тарифы. Да? Тарифы на электроэнергию за последних 3-4 года были подняты 4-5 раз. 4-5 раз, я подчеркиваю. Люди платят большие деньги. При этом находятся, скажем так, компании, предприятия, иностранные инвесторы, которые говорят, а давайте мы поставим или построим альтернативную энергетическую установку, ну, электростанцию, мини-электростанцию, но альтернативную. При этом мы будем работать, там, тариф может быть дешевле. Мы должны поддержать этого инвестора, но я считаю, что мы обязаны его поддержать. Он может дать электроэнергию дешевле. Более того, если смотреть с позиции там, той же экологии, это для нашего региона оно только дает плюсы. Я прошу прощения, если даже смотреть с позиции общемирового тренда, европейского так точно, они все переходят на альтернативу. Солнце, ветер. Вот что сегодня и в ближайшие годы будет давать энергию, электрическую в том числе. Если мы уже говорим о Европе, то Европа начала заниматься альтернативной энергетикой, ну, давайте так, не менее 20-30 лет назад. А мы только становимся на этот путь. И как только мы подходим, ну а почему мы на этот путь становимся? Раньше электроэнергия была дешевая, и это было невыгодно вкладывать в альтернативную энергетику. А сегодня она очень дорогая. Естественно, это уже дает возможность инвесторам рассматривать альтернативные источники. Так вот, что делает государство? Государство вместо того, чтобы открыть двери и сказать, пожалуйста, инвесторы, вот придите в нашу страну, вот, помогите нам, вложите в нас деньги. Что они делают? А давайте мы отрежем всех, кто хочет заниматься альтернативной энергетикой. Речь идет сейчас о небольших компаниях, там, электростанции там, до 5 мегаватт. Но все равно это небольшие компании, но это инвестиции. Отрежем их. То есть сразу вложим цифру, да, там, ты обязан заплатить в 6 раз больше. Я, чтобы было понятно нашим зрителям, что такое в 6 раз больше. Вот, наш профильный зам мэра по энергоэффективности разрабатывал один инвестиционный проект.
в рамках которого должна была быть построена одна, ну, там, электростанция на альтернативных источниках топлива, скажем так. И за подключение уже сразу Облэнерго сказала, для того, чтобы только включиться в сеть, вам нужно заплатить 5 миллионов гривен. 5 миллионов гривен. А после этого решения 30 миллионов гривен. 30. За что? Ни за что. Вот просто потому, что Облэнерго — это такая компания, у которых есть сеть. А город Николаев тогда, ну это же муниципалитет, это наша земля. Сети, кстати, находятся на нашей земле, и Облэнерго за них не платит. При этом город Николаев привлекает инвестора, привлекает инвестиции, хочет хоть как-то сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, а Облэнерго берет и говорит, да нет, дайте нам 30 миллионов, и тогда, возможно, у вас что-то получится. Поэтому решение, мы первые в Украине, кто принял это решение. У меня прямо на сессии были звонки и писали сообщения. Люди, которые связаны с энергетикой, энергоэффективностью, которые как раз и так находятся, скажем так, в такой жесткой оппозиции к той линии государства, которое вот сейчас вот идет в области, скажем так, энергоэффективных, энергосберегающих программ, то есть ликвидация, скажем, этих программ. То есть все были удивлены, благодарны и понимают, что такая тенденция сейчас должна пойти по всей Украине. То есть мы должны, муниципалитет должен сказать, мы не согласны. Это наша территория, дайте нам возможность самим определять, каким образом работать с инвестором и с инвестициями. Еще одна тема, она актуализировалась до сессии, и, собственно, ну, для города она действительно, к сожалению, актуальна. Тема возможности оборудования нового городского кладбища на территории между микрорайонами Кульбакина и Широкая Балка. Есть реакция жителей этих микрорайонов. Знаем, в том числе в этой студии была ваша коллега по депутатскому корпусу. Фракция оппозиционного блока сформулировала свою позицию по этому вопросу? Да дело даже не в том, не во фракции, наверное. Дело в жителях города Николаева. Они уже сформулировали свое отношение к этому. И четко сказали, да, что они выступили против того, чтобы кладбище размещать непосредственно внутри города. Да, вот если так вот посмотреть на город Николаев, то, ну, сегодня, с одной стороны, город Николаев говорит о том, что давайте там, вкладывайте нас, вот, мы там, инвестиционно привлекательны, а с другой стороны, мы видим, что вот, прям в черте города давайте внутри города еще и кладбище построим. Но перед тем, как говорить об этом вопросе, опять же, нужно увидеть, каким образом готовилось это решение. Готовилось оно по тем же принципам, по которым мы с вами говорили ранее. Никто не провел общественных слушаний, никто не посмотрел, почему, ну, скажем так, кладбище нужно размещать в этой территории, каким образом его там размещать. А если посмотреть, если бы, к примеру, главный архитектор у нас, кстати, главный архитектор у нас приехал с Киева, он не местный человек. Вот если бы, наверное, там был главным архитектором николаевец, ну, он бы к этому абсурду, в принципе, не пришел бы. Да? То есть николаевцы знают, что у нас на территории между Кульбакиной и Широкой Балкой всегда ежегодно существует огромная проблема подтопления. Ну, каждый год, весной, когда, грубо говоря, идет потепление, поднимается уровень воды, и там подтопление. Каким образом можно там разместить кладбище? Даже вот этот факт фактически должен был полностью поставить крест на этой абсурдной идее. С другой стороны, давайте посмотрим, каким образом можно кладбище разместить под окнами, ну, горожан. Ну, для чего это делается? Опять же, хочу подчеркнуть, мэра подставили. Подставили члены команды, которые пришли непосредственно с ним. Не старые чиновники, не те, которые перешли от предыдущего мэра, а именно новые люди, которые пришли с мэром, они очередной раз подставили его в таком важном вопросе. Ведь проблема кладбища, она действительно существует, и действительно ситуация такая, что, ну, практически уже негде хоронить, и решение ее необходимо. Но ее же нельзя решать таким образом, что давайте в черте города, вот прямо вот внутри микрорайона возьмем и построим кладбище. Существует ли альтернативное предложение?
Ведь я допускаю, что, ну, вот как вы говорите, люди, которые подставили городского голову, но они будут настаивать, они будут говорить, что другой земли у города нет, либо другой возможности у города нет. Либо возможности, там, скажем, отведения земли за пределами города Николаева сопряжено с многочисленными согласованиями на уровне района, области, там, страны, не, быстро не получим этот результат. Существует ли решение? А чем занималась власть вот эти полтора года? Об этой проблеме, ну, эта же проблема возникла не в начале 2017 года. Эта проблема возникла в 2013-2014 году. И тогда предыдущий действующий городской глава вынес проект на рассмотрение. Были споры, кто-то был согласен, кто-то нет, но было принято решение именно мэром, поддержано там частью депутатского корпуса о том, чтобы построить кладбище на выезде, помните, в сторону Баштанки. Даже выделили бюджетные средства на проектирование, по-моему, произвели там геодезию, там проверили и пришли к мнению, что оно там может быть. Сегодня эта территория запланирована как такой инвестплощадка, возможность развития города Николаева, некий индустриальный парк. Хорошо это или нет? Мое отношение, да, это хорошо. Я рад тому, что у нас начинают задумываться о том, что для того, чтобы привлечь инвестора, недостаточно только об этом сказать. Нам для того, чтобы привлечь инвестора, необходимо создать условия, площадку, подвести коммуникации, объяснить инвестору, почему выгодно будет на той или иной территории вложить средства. С другой стороны, если уже, ну там, Виталий Валерьевич, я точно не помню, но там огромная территория. В принципе, наверное, подчеркиваю, наверное, я не являюсь специалистом в этом вопросе, у нас есть чиновники, и это их задача. Возможность разместить, скажем так, кладбище, с одной стороны, индустриальный парк, грубо говоря, ближе к городу есть. Во всяком случае, там нету высокоэтажной застройки, там нету таких жилых массивов, перед окнами которых это, ну, в принципе, может быть реализовано. Но опять же, если посмотреть на город Николаев, вот так вот сверху посмотреть на территорию, которая окружает город Николаев, ну, там достаточно земли и места для того, чтобы организовать городское кладбище. Но этим нужно заниматься. А если не выходить из своего кабинета, если так посмотреть на карту, найти пустырь внутри города и сказать, давайте там кладбище, ну, это невозможно. Я еще раз подчеркиваю, это невозможно сделать. И фракция оппозиционного блока это решение не поддержит на сессии. Фракция «Оппозиционный блок» это решение не поддерживает, даже для того, чтобы его обсуждать. И жители именно Широкой Балки, жители Кульбакина, опять же, нет худа без добра. Да? Люди собрались, сами провели общественное слушание, сами четко сказали, мы не хотим жить рядом с кладбищем. И сказали четко почему. Причины две. Первая причина – подтопление. Вторая причина – не хотим, чтобы кладбище было у нас под окнами. Люди сказали, это закон, и мы должны их поддержать. Назначение Светланы Гладун руководителем Ингульской районной администрации. Светлана Гладун входит в команду оппозиционного блока. Это назначение живо комментируется в социальных сетях, в интернете, в блогах. Опять актуализировались комментарии по поводу того, что вот это очередная иллюстрация негласного альянса между оппозиционным блоком и действующим городским головой от самопомощи. Ну, там и комментарии, в том числе шуточные по этому поводу мы теперь получаем. Смешно. Да. Что вы думаете по этому поводу? Я бы разбил этот вопрос на несколько, ну, скажем так, пунктов и направлений. Ну, первое. Оппозиционный блок в городском совете представляет практически, ну, половину всего депутатского корпуса. То есть фактически депутаты оппозиционного блока представляют половину города Николаева. Половина города Николаева отказала поддержку нашим депутатам. И мы не можем сегодня четко быть исключительно в оппозиции к городу Николаеву, который за нас проголосовал. И мы никогда не боялись ответственности. Мы, как только пришли в зал, первое, о чем мы сказали, давайте вспомним. Игорь Дятлов и команда оппозиционного блока шли с программой «Теплый дом».
Программа «Теплый дом» обязательно должна быть принята. Мы добивались, и это было наше требование, естественное требование, чтобы был профильный зам мэра по вопросам энергоэффективных программ, в том числе программы «Теплый дом». Да, мы потратили практически год на то, чтобы обоснованно доказать необходимость самой реализации программы, доказать, почему именно представитель нашей команды должен ей заниматься. И слава богу, здравый смысл победил в головах действующего, власти, и они прислушались к нашим предложениям и приняли их. Точно так же это касается работы в Ингульском районе. Это было одно из наших предложений. Мы видим, что наше предложение спустя год было услышано, было принято решение. Светлана Николаевна Гладунова, опытный руководитель, работала и в городской власти, она работала в областной власти, обладает достаточным опытом. При этом я бы сказал так, что она достаточно перспективный руководитель, который будет действительно таким хорошим усилением сегодняшней такой городской структуры. Конечно же, она придет со своей командой. Я знаю тех людей, кого она хочет пригласить на работу в свою команду именно в Ингульский район. Это в основном молодые ребята, ребята такие перспективные, обладающие уже знаниями, обладающие определенным опытом. Соответственно, я уверен, что у нее получится как руководитель района, и я уверен, что Ингульский район получил действительно достойного руководителя. Но мы же можем также предположить, что работа этого руководителя будет под пристальным, неусыпным вниманием, повышенным, обостренным вниманием общественности, оппонентов, злопыхателей, в конце концов. И это, оказывать дополнительное психологическое давление. Но вообще, больше ответственности, то, что называется, в том числе на всю команду оппозиционного блока. Городской голова неоднократно говорил и продолжает говорить. Критиковать просто. Возьмите и делайте, а мы посмотрим на результат, оценим его. Правильно. Если посмотреть на прошедший год работы новой городской власти, то мы увидим, что, в принципе, с одной стороны, приходили люди, не совсем обладающие опытом, люди, скажем так, из других регионов, которые должны были непосредственно и поддержать работу городского головы. С другой стороны, сказать, что это сильная команда, пока мы не видим результатов таких, которые бы говорили, что действительно пришла сильная команда. Поэтому смотреть на то, как подставляют мэра, смотреть на то, как не решаются многие вопросы, я считаю, что это такая контрпозиция. И эта позиция, необдуманная и неответственная. Если есть возможность сегодня работать в интересах своих горожан, работать в интересах тех людей, которые тебе доверили этот мандат, то ты обязан это сделать. И это тот принцип, который сегодня есть в команде оппозиционного блока. Да, мы прекрасно понимаем, что наши же оппоненты в лице команды, которая в том числе стоит за действующим головой, пытаются нам закидывать, что какие-то будут потери рейтинга, что как же вы можете приходить и брать на себя ответственность, работать, к примеру, как в том же Ингульском районе. Я могу сказать, если сегодня выбирать между, скажем так, рейтингом, да, и выбирать между жителями города Николаева, я выберу жителей города Николаева. Именно поэтому они за меня проголосовали. Именно поэтому мы идем и будем работать. И поверьте, мы достигнем результатов. Люди будут довольны. Игорь Дятлов, депутат Миколаївської міської ради, голова фракції партії «Опозиційний блок». Будь нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. До бачення. Дякую.